Ну что же, продолжаем стрим по игре «Ведьма из Блэр». Нам с вами нужно зайти как-то в этот бункер сейчас или что-то еще сделать. Точно я не знаю. Посмотрим. Так, в общем, да, мы вот здесь остановились. Хотя не совсем здесь. Немножко нас откинуло назад, но да ладно. Так. Candy wrapper. Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Давай, Bullet. Go on, Bullet. Go on. See if you can find something else. Найди что-нибудь еще, Bullet. Now show me. Так, ну, в общем, Bullet побежал искать. Так, где он? Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Come here, boy. Bullet. Mm-hmm. There you go, buddy. Пленка. Так, упавшее дерево. Но я так думаю, нужно как-то это акцент сделать на то, что выкинул Питер. Wait, is that? It's Peter. You think I didn't see that, Peter? Ballsy move, kid. Улика. Так, улика это не то. Это предыдущее видео. Эллис Дебейс. Питер не убежал, он был киднапт. Я нашел тейп. Это показывает человека, кто сделал это. Что? Как ты... Подожди, тейп? В середине леса? Эллис, ты серьезно? Да, эти тейпы, они делают вещи появляться, но... Нет времени лендинга. Мы должны найти человека, он в серьезной опасности. Да, да. Так они и поверили. Don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice, wait, shut! Так. He was shot in those trenches I saw earlier. Смотрим еще раз пленку. Come on, Bullet. Let's check him out. Мне кажется, вот на этом моменте надо остановить. Типа вот он выронил. А этот не должен успеть забрать, правильно? Вот оставим вот так. Посмотрим, что получится. Главное здесь не потеряться. Хотя вроде бы здесь не сложно особо. Так, ну... Ага, вот он. В общем, как я и думал, так и оказалось. Есть. Показать Bullet'у. Bullet, иди сюда. Питер в опасности. Только мы можем ему помочь. Вот так вот, показывай дорогу. Так, а нам не туда, значит? Ладно. Ну. Вот такая вот обманка с бункером. Думал, что бункера, оказывается, нет. Bullet, апорт. Ух, куда ты ведешь? Ну? Эй. Ты где? Ну? You sure this is the right way, buddy? Ты уверен, что нам сюда?
Воллет, что мы ходим по кругу? Воллет, Воллет. Дружище, ты где? Ох, неужто опять потерялись, а? Где? Не заставляй меня за тобой бегать. Где ты? Воллет, Воллет. Черт возьми, а. Опять, похоже, начинается паническая атака у нашего героя. Ох, совсем нехорошо. О-о-о. Ну куда? Вообще непонятно. Ну где ты? Где ты, Булик? Ох ты, ё-моё! What the fuck? Что, что это было вообще? Ой-ой-ой. Оно что, здесь вообще где-то? Твою же ж... Что? Что такое? А! Булит, убегаем. А куда бежать, непонятно вообще. Вот это веселуха. Беги куда, не знаю куда. А он за мной где-то за спиной ходит. Ах ты, тварь, а. Черт возьми, а. Куда бежать, а? Ну вы что, смеетесь? О, чё, всё? А, окей, а... Это так и нужно было, что ли, я не пойму. Нас завалили, и заново все, что-то непонятно вообще. Что творится? Что делать-то вообще? Что за место? А-а-а. Прятаться или что нужно вообще? Непонятно. Кто бы что-нибудь подсказал бы. А-а-а. И что? Ты где вообще, Буллет? Ох, веселуха. Может, по рации помощь вызвать? Кто-нибудь меня слышит? Ну, конечно. Это было бы слишком легко. Вообще непонятно, что делать. Бежать, прятаться, бить. Что делать-то? Вот он, вот он. Что творится? Я не пойму вообще. Я, кажется, понял. Может быть, камеру нужно включить?
Где эта чепуха бегает? Нас сейчас завалит опять, похоже. Ну блин, а что дальше-то? Вообще непонятно. Да. Это вам, ребята, не Outlast. Не Outlast. Ну вот нам явно туда нужно. Ну. Так, а может быть... Я, кажется, понял. Сделать так, чтобы дерево не упало? Окей. If I can make things appear, maybe... No signal. Great. Так, а как нам эту пленку включить? Да я уже понял. Так, смотри пленку на Е. Угу. Перематываем назад. И восстанавливаем дерево. Вот такое состояние. Вот, и проход открыт, отлично. Делов-то. Что это было? Да. О, ну вот еще одна проблема. То одно, то другое, не минуты покоя. База Элису, повторяю, база Элису. Да, да, я здесь. Говорите. Белое дерево, о котором ты рассказывал, я его нашел. Оно и правда тут. А с чего бы ему там не быть? Ладно, я рядом, так что дождитесь меня, хорошо? Хорошо, только не задерживайся. Да, выбора у нас особо нет. Идем назад, Буллет. Ну, Буллет. Здесь мы не пройдем явно. И этот мост нам не восстановить пока что. Да, большой вопрос теперь, куда идти. Обратной дороги я явно не помню. Видимо, Буллет помнит, если он так уверенно идет. Да, ну что мы такое встретили, я так и не понял. Что это была за сущность в виде гномика. Ага, вот само дерево, отлично. Так, а где же ребята? Никого нету. Алис Бази, Эллинг, а вы где? Стою под деревом. Но я тоже. Что? Мы говорим об одном и том же дереве. Белое, без листьев. Ядовито черным плечом. Да, оно. Ничего не понимаю. Бред какой-то, Элис. Будь ты неладен. Нельзя было допускать тебя до поисков.
А что ты хочешь от меня услышать, Элис? Что у нас все типа тип-топ? Я пытался себя в этом убедить, но нет. Да пошел ты, Эммет. Мне не нужна твоя помощь. Я нужен тебе, я единственный в этом проклятом лесу, у кого есть хоть какой-то малейший шанс найти ребенка. Да, психанул называется. Эммет, ты там? Эй, Эммет. Черт подери. Так, что-то не так. Ты где? Ох. Ох ты, ёжик, кто там? Ух, я это видел. Что это было, я не знаю. Куда валить? Единственное место, которое я знаю, где можно спрятаться. Если там можно спрятаться, не знаю. Найдет ли он меня здесь, эта сущность? Так, вроде бы она сюда не может пройти. Так, ну а что же тут делать? Переждать? Вот что-то, что это летает такое? Какая-то шняга. Что вообще делать, непонятно. Она меня сейчас мочканет, и что дальше? Это опять мы не сможем открыть. Весело. Так, что у нас в рюкзаке? Кожаный кошелек, улика. Да, ничего то, что сможет нам помочь сейчас. Ну вот и все, как бы. А что можно было сделать? Yeah, ну и? Вот он попался. Что это вообще за шнега? Он фонарика боится, что ли, я не пойму. Света? Ах ты. Застрял в текстурке, называется. Так, а вот тачка. Что он тут делает? Как эта тачка здесь вообще оказалась? Ага, вот она, эта сущность. Так, ну а прятаться-то куда? От нее избавиться. Ну блин, и что делать? Wrong, Thank you.
Ага. Надо ориентироваться на пса. Так, сообщение. Похоже, все, да? Отлично. Двигаться всегда лучше, чем стоять на месте. Тех, у кого двигается, на 99% выше шанс умереть. А, у тех, у кого не двигается, шанс. Пора пошевелиться. Интересно. Так, где-то я здесь видел машину. В общем, сначала к тачке тогда. Где же она была-то? Нет, не сюда. Не сюда. А, вот она. Ну хотя бы теперь более-менее понятно, как воевать с этими монстрами. Эммет, отвечай, я знаю, что там. Я нашел твою машину. Ну же, Эммет, поговори со мной. А, фак, точно. The light. Свет. Скажи свет. Ладно, будем-то связываться с ними. Say the light. The light? Свет. Включи свет. Что? Фары, включи их. Зачем? Кто это? Прием. А почему бы и нет? Закрыто, конечно. И что, нам нужно теперь найти ключ? Отлично. Ключ нашел? Hey, о, это просто отлично. Well, good job, buddy. Wait here, buddy. Жди здесь. Панель предохранителей находится под рулем. Чтобы обнаружить потенциальную проблему, проверьте следующее. Катушки зажигания, датчик вращения руля, управление электроникой и так далее. Передние фары, передние плоскости управления, передние фары, система управления приборами. Не все так легко будет, как я понимаю. No battery. I should take a look under the hood. Да ладно. No battery. То одно, то другое. Отлично. Stay here,
Похоже, мы поймали какое-то радио. Почему именно этот фильм вас увлек? Как могло быть иначе? Самый краткий синопсис. И то звучит пугающе. Мрачный черно-белый документальный фильм, снятый в психиатрических лечебницах. Да, уж всем известно, что психиатрия в 60-е была, мягко говоря, не на высоте. Это точно. Ее можно даже назвать бесчеловечной. В фильмах как раз показано чудовищное обращение с пациентами в этих учреждениях. Ясное дело, этот фильм не для впечатлительных. Особенно сложно выдержать сцену насильственного кормления. Мы видим, как пациенту в ноздрю вставляют трубку и пропихивают до пищеводом, а потом питательную жидкость закачивают прямо в желудок. О боже, звучит жутко. Так и есть, именно поэтому должен посмотреть каждый этот фильм. Помните, каждый 20-й проводит часть жизни в психиатрической лечебнице. Как знать, может быть, это и вы будете спокойной ночи. Добро и позитив, как говорится. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Как же здорово, что вы присоединились ко мне. Это особый вечер. Знаете, который сейчас? Правильное время для нашей ежегодной викторины. И наш сегодняшний вопрос. Что ты наделал, Элис? What the fuck? Кажется, у нас есть победитель, человек, не понаслышке знающий ответ. Поздравляем. Ваш приз уже в пути. Доброй ночи. Странно очень. Что вообще происходит? Так, нам пришло сообщение, да? Приз. Что за... Что это вообще? А, ну это... Я понял. Как открыть бункер. Так, ну-ка, надо сначала, наверное, закрыть. Все-таки. Чтобы мы увидели, если кто-то будет идти. Так, а здесь теперь у нас вот такая вот сложность. О, предохранитель сгорел, теперь понятно. Прикуриватель передней фары. Двадцатка. Девять. Управление электроникой. Три. Так, значит, тут пятнашка стояла. Тут тоже пятнашка. Значит, нам три нужно, да? Пять. Левая парковочная фара. Подсветка номеров. Восемь. Что у нас такое? Передний блок дистанционного управления. Так, а если мы вот это возьмем и поставим сюда? 5 у нас. В принципе, вот это самое важное, что я поставил. Мне кажется, должно заработать. Работает или нет? Нет. Stay here, boy. А могу ли я это вообще сейчас включить, или нужно найти предохранитель еще один?
15, 10, 10, 10, 4. Так, а если я поменяю вот отсюда, допустим, сюда, 7, передние фары, 8, блок засуну. Если я на восьмерку так перекину, прикуриватель 6. Да, такое себе. That looks good. Ну, вроде бы все заработало. But... Но как? How? Bullet, buddy. Now I'm really losing. Более, дружище, я уже совсем спятил, да? Yeah, my thoughts exactly. Да, я тоже так думаю. Так, сначала я, наверное, сбегаю все-таки в то место, в бункер. Не могу. Мне нельзя в бункер. Ладно, в бункер не пускают. Так, а что же тут? Сообщение. Что-то много их. Сообщение от Джесс. Привет. Я постоянно натыкаюсь на твой автоответчик. Ты меня избегаешь до сих пор? Или до сих пор в лесу? Да, в лесу. Ладно, я просто звоню. Даже не знаю, правда. Просто часто думаю о нас в последнее время. Ладно, я просто звоню. Окей. Позвони, когда сможешь, пока. Крепота. Hello. Anybody there? Anyone? Ну что? Знаешь, куда идти, Буллет? Yeah, good dog. Там что-то нашел, нет? Просто. Nothing, eh? Ладно, пойдем-то оттуда. Я думаю, ты дорогу куда-то должна вывести. Так, здесь нет спуска, значит здесь. Тоже какое-то очень странное дерево. Буллет, стой, стой, стой. Делай, что хочешь, конечно. Речка.
Ох, Аладдина, надеюсь, она того стоит. Ну да, сейчас попробуем все-таки найти наконец что-нибудь интересное. Так. Сюда? Нет. Опять же, куда делся Буллет? Погнали, Буллет. Так, опять эта музыка. Где-то что-то опять. Ведьмин знак висит, видимо. Не видно его. Но он где-то есть. Что-то нашел Буллет, похоже. Две цепочки следов, очень глубокие, мужские. Один из них был босой. Странно. Пачка сигарет. Курильщик? От меня ты можешь спрятаться, но сигарета тебя прикончит. Что там Буллет? Что ты нашел? Лопата? Хороший мальчик. Ну-ка подвинься. Ох, что же там такое? Что-то стрёмное. Все в порядке. Мне это тоже не нравится. Давай-ка посмотрим. О, черт возьми. Твою же. Это, похоже, полицейский. Нет, не может быть, Эммет. Мы же только что... О, боже мой, не может быть. Вот это жесть, я не понимаю. Дерьмо. Леннинг, о нет. Ты такого не заслужил. Убийца снял с него скальп. Чистые надрезы. Вероятно, посмертно. Да, ужас. Рана на шее глубокая. А голова, даже она, еле держится. Леннинг был матерым копом, опытным. Он бы не дал заставить себя врасплох. Должно быть, он знал убийцу. Значок Леннинга. Он был его достоин, как никто другой. Так, фотка. Анетта. Жуть, конечно. Так, ты что-то нашел? Кассета. Посмотрим. Ты что-нибудь видишь? Не в этой тьме. Ух ты. Так, что же на этой пленке нам нужно? Топ-кадр на чем сделать?
What were you doing here, Sheriff? Как ты сюда попал, шериф? This is no longer just a missing person. Это уже не просто дело пропажи. Где он будет? Пора с этим покончить. За Питера и за Леннинга. Так, ну что тут? Я так и ничего не нашел на этой пленке. Пока ничего не понятно. Шериф Эммет Леннинг, неравнодушный человек. Ко всему, ко всем, даже ко мне. Мы редко общались лично, но он всегда меня поддерживал. Даже после того, как я его подвел. Покойся с миром, Эммет. Я найду ублюдка, кто это сделал. Так, это у нас что? Записка какая-то? Прочесть. Нарушение статьи 52. Сборник общих законов штата Северная Каролина. Публичные. Проявление неуважения к государственной символике, вооруженным силам и солдатам-патриотам, которым он имел честь служить. Такое чувство, это что-то у нас сказано о нашем персонаже Элисе. Что здесь могло быть такое? Не очень понятно. Вот мы пришли. Стоп. Это как? Куда делась вода? Это дорога обратно? Либо я схожу с ума. Так, что это? Каска? Солдат, беги! За что? Буллет, беги! Так, похоже, какие-то нахлынули воспоминания. Видимо, наш герой раньше где-то воевал. Ох, вот это приходы у чувака. Мама не горит. Давай, работай. Так. Залезли мы, короче, в какое-то дерево. Там, видимо, пещера под ним. Надеюсь, ты знаешь, куда идешь. Ох, жесть творится. Фонарик, не подводи сейчас, а. Ради всего святого. От этих штук мне не по себе, они будто из какого-то культа. Фэбиан. Ну. Вообще же ничего не видно. Господи. Ночной режим тоже не работает. Никакой режим не работает. Ладно. Походу так задумано.
Ничего не видно. Ага, вот. Shit. Было дерьмо. О боже. Fuck. Fuck. Точно. Ну, иди. Не хочет. А, пошел. Так, фотка. Creepy. Кто там орёт? Ну давай, давай, иди, иди. Что-то у меня... Что происходит? Давай, вылезай. Вылез. Ух, место, конечно. Очень такое. Сюда. Куда сюда? Вовремя. У нас одно новое голосовое сообщение. Так, как его прослушать-то? Можно как-то? Что это такое? А, да что ты одумался? Ох, веселуха. Куда идем вообще? Куда лезем? Зачем? Так. Ох, что-то мне это не нравится, то, что там впереди. Черепа, каски. Похоже, какая-то травма у него на войне случилась у нашего героя. Или он там накосячил сильно. Мой Элис, навеки мой. Да. Элис. Ну, куда-то мы вообще попали. Off the record, Alice. Нет, what для протокола, Элис, какого? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. На месте, увидел, you took out your gun. Как они уходят из магазина? The kid reached for something. No. Нет. And then what? Well, you know что потом? What happened. Вы знаете, что потом произошло, что я не виноват. А, я виноват, он сказал. В чем виноват? Адам Шеннон. Адам Шеннон. Peter's brother. Брат Питера. I don't know what I was thinking. Не знаю, о чем я думал. Person he'd want to я последний. For all I knew, был бы рад видеть, я мог покалечить его на всю жизнь. And yet, но у меня было чувство, что я должен был прийти. Had to. Должен был, но не смог.
в общем, как-то так. В общем, приходы, мама не... Жесть, короче. Как я понимаю, вот то, что мы сейчас увидели, какая-то очень сильная психологическая травма случилась у него на войне. И плюс он еще что-то накосячил, кого-то вальнул. И, в общем, вот это все к этому и привело, что непонятно, что с ним происходит. Так, страх забытых чудовищ. Тодд Маккинон. Теодор Маккинон, мой отец был лесорубом. В детстве он часто брал меня на лесопилку и рассказывал сказки о живших там чудовищах и ведьмаках. А, и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя. Все осталось так же, как в моих воспоминаниях, кроме разве что гнетущей пустоты. Больше некому было рассказывать сказки о страшных чудищах. Не осталось ни одной живой души, что могла бы передать легенды дальше. Деревообрабатывающая компания закрылась, а старую лесопилку бросили гнить. Но я не мог допустить, чтобы ее так вот забыли. Сначала я хочу, чтобы она открыла мне свои секреты. Я хочу знать, что заставило отца покончить жизнью. Жесть. Короче, какая-то тут жесть творится по полной программе. Easy, boy, easy. А, снова. Видео. Это он. Он закопал что-то поблизости. Давай поищем. Looks the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Так, я примерно понял. Нужно просто, видимо, отмотать на тот момент, когда еще была вот эта штука. Кого-то увидел? А, понятно. Better now, bullet? Так, лучше bullet. Мариус. Так, вопрос, куда идти? Что-то нашел? Похоже, да. Осторожно, капкан. Не имею понятия, куда идти вообще. Ну, в общем, опять мы вернулись сюда к палатке.
one that's more twisted than the last. Опять эта палка. Какая-то... Что это, одежда, мешок? Непонятно. Так, посмотрим еще за запись. Ну ладно. Пока, наверное, прервем этот стрим. Немножко. Может быть, сегодня еще постримлю. Не знаю точно. В общем, всем спасибо за внимание, если что. Не буду прощаться, потому что, возможно, еще запущу сейчас стрим. Но пока надо прерваться. Всем спасибо за внимание.